Привет всем, вы на канале Андро Ньюс, либо привет еще раз. На самом деле, я не знаю, после какого видео вы перешли на этот розыгрыш, либо после презентации Galaxy S9, либо просто кликнули по одной из ссылок под одним из наших видео. Это не имеет никакого значения. На самом деле, вы правильно поняли. Мы разыгрываем Galaxy S9 Plus абсолютно на шар. Согласитесь, купить этот смартфон за свои кровно заработанные — это безумно дорого, и не каждый себе может позволить этот смартфон. Но я уверен, что бесплатно его взял бы абсолютно каждый. И что я хотел сказать. Мы долго метались, разыгрывать Galaxy S9 именно или именно плюс-версию, и остановились на последнем только лишь по одной простой причине, потому что разница в цене не такая уж и большая, вот, но по технической части, да и в целом, этот смартфон намного лучше обыкновенной девятки. Для тех, кто не в курсе, это не первый и не последний такой, знаете ли, масштабный розыгрыш на нашем канале. Еще сейчас проходит розыгрыш двух флагманов Huawei Honor V10 и OnePlus 5T. Прямая трансляция, где мы разыграем эти смартфоны, пройдет буквально через 4 дня. Поэтому, если вы еще не успели подать заявку, либо вообще ничего не знаете об этом розыгрыше, бегом по ссылке в описании и подаем заявочку. Прямой эфир, как всегда, пройдет на нашем канале в Телеграме. И сейчас, вероятнее всего, у вас всплывает вопрос, кто же стал спонсором этого розыгрыша. Друзья, все как всегда просто. Это наш любимый кэшбэк-сервис. И прямо сейчас я вам расскажу, почему нужно пользоваться этим кэшбэк-сервисом, если вы еще не знаете, как это делать. Если знаете, то просто перемотните на минуты 3 вперед этот ролик. Главный вопрос – как на сегодняшний день работают интернет-магазины и различные сервисы? Буду показывать на примере AliExpress. Но, забегая наперед, скажу, что часть денег можно вернуть в любых известных интернет-магазинах и сервисах. К таким могу отнести Розетку, Лямоду, Booking, Aviasales, eBay, Связной и так далее. Но давайте обо всем по порядку. Когда какой-либо интернет-магазин устанавливает цену на товар, обязательно учитывается заработок магазина, в случае с AliExpress плата площадки за аренду места, зарплата персоналу, плюс расходы на рекламу. Ну, это я приблизительно обрисовал вам ситуацию. Так вот, кэшбэк как раз и входит в расходы на рекламу. То есть магазин при составлении стоимости на какой-либо из товаров учитывает откат кэшбэку. Если копнуть еще глубже, это своего рода плата за привлечение клиентов. Кэшбэк приводит клиента в магазин, клиент скупляется, магазин делает откат кэшбэк-сервису. А кэшбэк-сервис платит небольшой процент вам за то, что вы купили именно в этом магазине. Как это работает? Допустим, стоимость Xiaomi Mi A1 на момент записи этого видео составляет $188. На данный момент с помощью кэшбэк вы сможете вернуть приблизительно 2% со своей покупки, это около $4. Этот процент распространяется только на категорию смартфонов, для других категорий процент выше, 3,9%. То есть, если вы, допустим, решите купить какой-нибудь чехол, да что угодно, кроме смартфонов, вам возвратят 3,9% от стоимости товара. Деньги зачисляются на счет в вашем личном кабинете. Вывести вы их сможете в любой момент на карту Visa или MasterCard. Также на кошелек WebMoney или Яндекс.Деньги. Заявка, как правило, обрабатывается до 3 дней. Теперь небольшая пошаговая инструкция по пунктам. Первое, что нужно сделать, зарегистрироваться на сайте сервиса по ссылке в описании под этим видео. Второе, если вы осуществляете покупки часто, подключите премиум аккаунт, в этом случае процент возврата в каждом магазине повысится. Третье, что настоятельно рекомендую сделать, установить расширение для вашего браузера на выбор, которое будет вам напоминать о том, что нужно активировать кэшбэк, когда вы находитесь на странице любого из магазинов или сервисов, которые работают с кэшбэк. Кроме этого, после установки расширения на AliExpress будет отображаться рейтинг продавца и динамика цен. Рейтинг основывается на реальных отзывах клиентов, а не заказных рейтингах на AliExpress. Плюс вы всегда сможете отследить стоимость на товар, когда продавец опустил цену, когда продавец ее поднял. В общем, штука очень полезная, рекомендую. И еще один важный момент. Сейчас в сети есть множество различных сайтов, которые просто берут и нагло воруют ваш кэшбэк. Казалось бы, вы просто перешли по ссылке с этого сайта, а он взял и своровал ваши деньги. Поэтому следите, чтобы значок расширения был зеленым, а не красным. В противном случае активируйте кэшбэк насильно или перейдите на страницу нужного магазина сразу с сайта кэшбэк-сервиса. Третье, после того, как вы убедились, что кэшбэк активирован, можно оформлять заказ и оплачивать его. Четвертое, кэшбэк будет зачислен на счет в вашем личном кабинете довольно быстро, если это не черная пятница или 11.11, то есть дни крупных акций.
В этом случае система не успевает быстро обрабатывать заказы. Но в любом случае ваши деньги никуда не пропадут, если вы все сделали правильно. Пятое, ждете подтверждения вашей суммы и можно выводить деньги. Время подтверждения напрямую зависит от того, насколько быстро магазин обработает ваш заказ. Чем быстрее магазин обработает ваш заказ, тем быстрее вы сможете снять свои деньги. Когда вы заказываете на AliExpress и получаете свой товар, не забывайте заходить в свой личный кабинет и ставить галочку, что вы получили товар. Магазин быстрее закроет ваш заказ, и вы быстрее получите свои деньги. Но эта ситуация касается непосредственно AliExpress. Со всеми другими магазинами дела обстоят иначе, там все быстрее. Итак, что же нужно сделать для того, чтобы принять участие в этом розыгрыше? Обязательных условий три. И первое – это зарегистрироваться по ссылке в описании на сайте нашего спонсора. Второе – это подписаться на наш канал в Телеграме. И третье – сделать репост этого видео на любой активной странице в любой из социальных сетей. И также поставить палец вверх под этим видео. Кроме этого, не забудьте подать заявку на участие в нашу Google форму. Ссылку на нее вы также найдете в описании под этим видео. Прямой эфир пройдет 2 апреля на нашем канале в Телеграме в 5 часов по Киеву и в 6 часов по МСК. Если вы ни разу не участвовали в наших розыгрышах, вы должны знать, что у нас все предельно честно. Именно для этого мы устраиваем прямой эфир. Участвовать могут жители любых стран, Казахстан, Молдавия, Россия. Да неважно, откуда вы, потому что приз в любом случае будет отправляться вам почтой. Если в Украине, то отправим новую почту, если в России как-нибудь, не знаю, сбросим вам деньги на вебане, сами купите себе этот смартфон, как-то разберемся однозначно. Поэтому подавайте заявки в этом розыгрыше, участвуйте в наших предыдущих розыгрышах. Ну а все, что я вам могу сказать, это пожелать удачи. И если вам что-то осталось непонятно после этого видео, проходим в описании, там есть вся детальная информация, для как подать заявку и так далее. Да пребудет с вами Android. Пока-пока.